чинить начал. У тебя беды с башкой, починись сам. Чиним гачник. Офицеры, просто доношу до вашего сведения. У меня сейчас работает, как у всех госслужащих, боди-камера. И вот все, что здесь сейчас происходит, это все снимается. Да в лямку. Ну что, среди нас крыса, что ли? Вон, на меня сейчас нападение происходит. Делать что-то собираетесь? Я снич, снич, снич. А понимаете то, что если вас сейчас нахуй вот человек меня то сейчас боди-камера не будет работать? На меня человек напал с гачным ключом. Вот это. Я смотрю, он на вас нападает, что дальше будет. Кузьма, ты в смысле? Кузьма. А он... А вот с вы откат не говорили? Браток, ты не с теми общаешься, пойдем со мной. Кузьма, ты? Кузьма. Так, офицер, то есть мы делать ничего так не будем, да? В прокуратуру придется писать. Что случилось? Браток, что случилось? Не, подождите, я с офицерами общаюсь, которые не принимают обращений. А, ну так, я детектив, я могу принять. А я не... Не, я рад, что вы детектив. Я обратился к офицерам. Офицеры бездействуют. Человек, покидаем. Покидаем. Я не человек, я негр. Можешь помочь мне, пожалуйста, я вас прошу. Извините, я сейчас не могу. Офицеры! Стой, тихо, я вас не слышу. Да. Мужчины, помогите, пожалуйста. Можете, пожалуйста, покинуть сейчас территорию, сейчас покину, помоги мне, блядь, да, что случилось, что случилось? Повезло, пацаны, в центр, не это нужна машинка. А ну, выходим. В центр, не нужна машинка, ребята. Отвезу в центр города. Покидаем. Отвезу в центр города. Где? Поехали со мной. Поехали, так, поехали. Что такое, гражданин? Поехали, машинка не нужна до центра. Гражданин. Граждане. Вы прилегли на стол, я вижу вам очень хорошо. Офицеры, то есть вы считаете приемлемым такое поведение, да? Да. К большому сожалению, понимаете, скоро я стану прокурором. Вот я тонко намекаю, да что... Да мне вообще насрать, ты сдохнешь. Копай. Вы понимаете, что мне, вот блядь, это вот сейчас просто я пошлю прокурору штата и покажу все действия полиции, это Палета Бэй, которые дискредитируют полностью ваши действия. Вот у вас было два офицера, при вас, извините меня, били автомобили, устраивалась потасовка, замахнулись гаечным ключом на госслужащего при исполнении на меня. И вы при этом просто спокойным... Да, я же государственный адвокат. Вы госслужащий, можете предоставить ваше удостоверение или там, не знаю, двоичка или что-то такое? Да, конечно, держите, пожалуйста. Окей, понятно, все, спасибо. Передам удостоверение обратно. Машинка не нужна? Гражданин, что вы делаете? А ну, выезжаем! Выезжаем отсюда, алло! Центр машинка не нужна? Выезжаем! Центр не нужна? Ну, так в чем проблема? Я застрял! Боже. Ну я суть проблемы объяснил. А ну. Вот, я просто постою, поснимаю, не обращайте на меня внимания. Я просто потом это буду уже по-другому рассуждать. Патрик. Машинка в центр не нужна никому. Машина в центр. Вообще? Как я? Давайте сюда. Сюда, дальше заедь. Я застрял. Добрый вечер. Чтобы выехать. Да, так было нужно. Надо через крышу выехать. А прокурор все снимает. Прокурор. Да не, я вам мешать не собираюсь. Я пока что адвокат, поэтому могу вам единственное рекомендовать не нарушать закон. Это все мои полномочия. Да, у тебя голос как у Кузьми. Ты не Кузьма? Нет. Короче, одни неадекваты в этом департаменте, поэтому мы отвечаем вам взаимностью. О, что? Меня забыли. Шокером в машину, мне кажется, это не сработает. Я сейчас выйду. Боже. Если честно, как бы... Так, можно я с вами поздороваюсь? Да, конечно. Адвокатом я вас как бы неудобно называть. Я адвокат. Я не могу, вообще Маркус. Я просто как... Я залетел сюда. Вот, Маркус, да. Ребята, я отправил задание, можешь посмотреть? У меня багнуло, да. Называйте богов, чтоб его отсюда... Это баг, ребят, серьезно, он залетел сюда случайно. Хорошо, вызывайте богов.
Чуть-чуть заехал, и меня багом сюда запихнуло. А зачем вы чуть-чуть сюда заезжали? Я, ну, машинка в центр не нужна. Какой центр? Да случайно он заехал, он подъехал, короче, на... Он только что сказал, что он сейчас сюда чуть-чуть заехал, его заехал. Не чуть-чуть сюда, он на тротуар заехал, и его сюда заехал почему-то. А зачем он сюда заезжал? Да тебя ебёт, блядь! Ты чё, слышишь? Ван, не, извините, Ван. Прокурор! Я адвокат. Какой ты жопу прокурор? А сможешь снять меня? Я снимаю. Я уже тебя фоткаю, слышишь? Адвокат. Да, у меня видеосъемка ведется, вы не обращайте на меня внимания. Я тебя фотографирую, все. Передай привет. А где у тебя камера стоит, адвокат? У меня вот на груди висит. Покажи, ну подойди поближе. Не хочу. Ебать, ты страшный. Бывает. Оскорбление представителя власти, но это так просто, к слову. А куда он попал? Это уже 17.3. Так, сиса нету. Что происходит? А можете, пожалуйста, все богам написать? Ой-ой-ой. А что будет, если я сяду? Ой. А где я? Никак, да, не вытащить машину. Оп. У меня одна машина пропала. Всех. Клоун. Алло, если он будет заезжать сюда к воротам, отстреливайте всех. Хизана, слышишь, гойми ты? Гойми? Я могу сломать человека ебасочным, если мне просто неприятно? Иди, слышишь, в траке их, Хизана. Гражданин. Ребята, а почему, когда я вызываю полицию, она не приезжает никогда? Потому что она здесь. Она уже здесь. Можете мне нормально, адекватно ответить? Нет, серьезно. У нас была такая проблема. Нас парень на машине. Мусорка беспредел. И, короче, машина сломала. Я вызвал механика и копа. И копы не приехали. Да, вот серьезно, почему? Не, просто реально спрашиваю, интересно. Почему не работает? Какие к нам вопросы? Ну, почему я... Копы не приехали. Не, просто почему не приезжают? Мы на копов похожи. Мы сотрудники МВС. А-а-а. Не, а вы можете просто ответить, почему? Мы, типа, значит, не приходил вызов. Смотря где вы вызывали. В центре города. Мы не можем туда ездить. Это уже не наша юрисдикция. Не, ну я понимаю, что это не вы должны ехать. А вообще, почему они не приехали? Что это может быть? Ну, значит, приезжайте к ним и претензии, пожалуйста, к ним, а не к нам. У нас нет. Не, я без претензий просто интересуюсь. Может, типа, телефон у меня сломался. Если не приехал, может заняты, может не хотели, я не знаю. Ну, я же там не работаю. Ну все, ладно, давайте, пацаны, спасибо. Да, хорошо. И чья, пацан? Давайте познакомимся, полицейский. Давайте. Бля, да я сумасшедший, сейчас разъебу тут все, да. Коронавирус съела. Коронавирус там просто. Вот это сейчас повяжу. Руслан, у него, кстати, пистолет был такой же, как у тебя. То есть нормально, да? Только после того, как какой-то неадекват прибежал в полицейский участок, только его решили задержать. При том, что до этого было куча нарушений, нормативная лексика, административка, как минимум, тут была про у каждого второго. Даже не было предупреждений и не попросили людей перестать ругаться матом. Классная работа. Никому не так было в мыслях. Это кто тайзер использовал? Я возбудился. Ладно, посмотри, что там происходит. Да что? Какого уголовного кодекса? Какого? Здравствуйте. Граждане, можете, пожалуйста, все покинуть помещение? Не, я просто все снимаю, типа... Нет, покиньте, пожалуйста, помещение. Какой-то беспредел. Покиньте, пожалуйста, помещение. Ранду прочитайте. Покиньте помещение. Здесь можете здесь? Да, нет, так, нет, объясните, нет, за что меня задержали, пожалуйста. Вот, да, вот это помещение. О, меня слышно, алло? Угу. Угу. Я нормально слышу. Давай, лейтенант, давай. Сейчас рассказывай. Ослаблю хват человека, пожалуйста, сэр, встаньте лицом к Кравчику и спиной ко мне.
Рассказывай, лейтенант, что случилось? Сейчас я надену резиновые перчатки, после чего прохлопаю верхнюю и нижнюю свою одежду, после чего обыщу человека. Понял. Сэр, в каком кармане у вас документы? Да я ебу, ты чё, ебанутый? Сэр, повторяю еще раз, в каком кармане у вас документы? Я не знаю, я первый раз в эту игру зашел. Тут 17.3 или 12.7 можно было. Да там еще... Ага. Нащупал документы в правом кармане, после чего достал из правого кармана документы и осмотрел их. Сейчас заломаю человек напротив, после чего появился бы. Сэр, вы задержаны на постате уголовного кодекса 12.7 и 17.3. Сейчас я достану ключ карту, после чего пройдем по замку камеры. Че по вчерашним всем, которые хотели там суд подавать? Понял, там... да, вопросов нет. Ну, они молчат, что я должен жопу рвать за них, что ли? Ну, мне надо. Мне за это не платят. Ну, я посижу в тюрьме, или надо. Извините. Да, слушаю. Алло, привет, девушку ищешь? Ага. А парня не надо? Нет, спасибо. Для серьезных отношений? Нет, спасибо. Негр? Нет, спасибо. До свидания. Зря отказываешься. Кто у нас переодеваемся? Что? Переодеваемся.